Девушка забыла сегодня телефон дома. И что? Просто тебе говорю, забыла. Ну теперь это будет самое главное, в общем, это самое событие сегодняшнего дня. Это вот делаются капустные. Закрой! Капустные. Сам ты капустный. Ну, полезно же. Они мясные. Ну мясные капустные. Они мясо. Не мясо капустные. Ну лучные, это лук же зеленый. Ну лук, так это же не капуста. А здесь именно капуста тушится. Не тушится там, а жарится. Жарится? Вкусно жарится. И Солнышко смотрит про космос. Это не обязательно. Про чего? Про космос я там смотрю или про чё? Давай, иди мойся быстро. Пошёл. Третий день поливает. Сейчас вроде дождик кончился. Так, моросит слегка. Вот. Но это для сельхозпроизводителей, конечно, отлично. Землю пролило хорошо. Мы поедем сейчас за Димасиком за Кузькой. Затем здесь вернемся назад, они позавтракают. И поедем на автомобильный рынок машинки посмотреть. Надо вишь менять уже. Димасик, ты что такой радостный сегодня? Выспался? Ди! Я вижу. Катя, а что ты его легко одела? Там есть ветровка. Ты что меня снимаешь, что я черт знает на кого похожа, ты меня снимаешь. Димасик. Мне не нравится машина, которую Серёжка собрался брать. Чем она тебе не нравится? Привет, мальчик. Маленькая она, маленькая, короткая, маленькая, красивая, плоская вообще. С маминого телефона звонишь? Своего. Мой квадрат. Алёшка, что ты где? Ну ты освободишься, заберёшь нас из бабушки? Да ладно. А? Ну всё, давай. Поехал, надо ли. Тетю Юру привозить бомбами. Заколебала. Да тётка вам квартиру забрала. Купила давно воронили. Ну а какую тогда шире брать? Какую большую машину за маленькие деньги? Тогда придется брать пробежную по России. Вроде работает. О, работает. Ну сейчас подожди, сделаем этот, папа хоть поищет тут пока машины, и я приду посмотрю. Не буду тут искать. А что тебе, трудно что ли? Я останусь сегодня у мамки, я хочу сразу посмотреть. Что? Что я поищу? Камри? Toyota Camry. 800 Camry. Тысяч. Камри. Фу. А что, она нормальная? Ничего я не понимаю. Надо бензин жрет, блядь, по 20 литров. 2.4 движок. Ладно, хорошо. Хорошо, что ты хочешь? Я ничего не хочу. Я ну, как... Хорошо, ты предложил этого Рактиса. Ты в нем посидел, тебе понравилось? Я в новом кузове не сидел. Но в этом кузове мне нормально. А ты в новом-то нигде не посидишь. Ну, не посижу. Но примерно те же размеры. Тут, понимаешь, вот надо выбирать. Либо нравится тебе,
либо все-таки практичность. Там у него вот такой багажник, ты видел? А тебе что в нем возить надо в багажнике? Вот такой багажник. А что там тебе надо в багажнике? Что в багажнике возить надо? Мангал? Он так войдет. Если тумбочку перевести, сиденья складываются, пожалуйста, все входит. Ну ты дальше-то подумай. 157 лошадей, уже ставка налога выше. Бензинорасход, двухлитровый двигатель и вес на 200 килограмм больше. Мы ее уже продать можем дешевле, эту машину, чем нашу. Ну и рассчитываться мы будем тоже меньше. Но мы продать ее сможем дешевле, понимаешь? Чтобы потом, если мы вдруг надумаем покупать другую большую машину, ну, да? Через сколько? Нам уже будет большой кредит брать. Через 3 года. Да, через 3 года. За 550, если примерно возьмем, но через 3 года мы ее сможем продать за 420, 430. Ладно, заказывай. Нет, сейчас никто пока заказывать не собирает. Дело не в этом. Дело в том, что если тебе машина не нравится, ты будешь плохим настроением просто ездить в ней. Да почему буду? Она хорошая машина, ты, мне понравилась. Ты просто... Внутри она аккуратненькая вся. Ну. Но это не та. Это не та, современный. Но новая, она современная. Двигатель вот можно... Вопрос в том, понимаешь? Какие действительно размеры? Будет ли она такая же по высоте? Будет ли она такая? Я тебе же говорю, по вот ты вот этого слушала, что он там говорил, она ниже. Ты тоже этого не знаешь, ты ее не видел и в ней не сидел. Солнышко, вот в каталоге, в дром я смотрел все размеры машин. Когда мне этот продавец говорит, в новом кузове, в 120-м Рактис, на 14-х колесах, понимаешь? Меня просто чуть не вырвало, понимаешь, от его вот этой вот штуки. Там суппорта на 15 стоят, какие 14-е диски? Че он лепит, блин, эту херню? То он их машины, этих никто не возит, понимаешь? А тут я привозил машину. Ма! Где у тебя этот пароль? А вот этот он в Воксе продавал, да, за 700 тысяч. Вот этот Воксе, блин. Ему цена 650 во Владивостоке. Пароль, она битая, вся перебитая, с пробегом больше 100 тысяч, блин. Что ты лаешь-то за километр? Ну потому что я тебе сказала, чтобы блины были, а ты еще не убыли. Я знаю, когда вы приедете. Не позвонили ни хрена, правильно? Так ты даже их не завела. Так потому что мы не позвонили, когда мы приедем. Да, если бы ты позвонил, сказал, через 5 минут приедем. Дай ей по голове скалкой. Где пароль? Масик. Вот пароль. А это логин. Все, я поняла. Это мамасик, это уже есть. Да. Далее вели 40 воды. Все, я Димасик. Димаська. Дима. Дима. Пока. Что, не работает? Ну, сейчас попробую. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все работает. ДВАЗ. Димаська, давай в футбол поиграем. Пинай. Пинай сюда. Пинай мячик. Все работает. Видите, все, мячик улетел. Все, зашла. А чего Масик не мог зайти? Ну, потому что руки не с того места растут, видимо, и голова. Так их учили. Кто-то денег срубил на обучение пенсионеров компьютером. Дима, положи трубку. Подскажи пока. Пока, Кика. Так, ну все. Теперь бери 11-й кузов. Ты 11-й выбрала? Ну да, вот это я выбрала. Сейчас пусть идет.
Вот именно вся. Вот, и выбрал, да, все. Вот, смотри, не полный привод, который. Ну вот, смотри, 1,3 г. Да, да. А? Да, зашли, все нормально. Так, смотрим, привод передний. Чуть повыше. Передний, да, все, смотри размеры. Открой блокнот. Нет, просто блокнот открой. Я поняла, копировать. Я их рядом хочу поставить. То есть первый это старый, второй это новый. Рядом она поставила. Ну. То есть. Так он выше. Последняя выше. Вот 1585 это высота или что это? Я на диете. 1585. Нет, тут у нас. Высота. Ширина, высота. И высота. Ну. А первая полноприводная или нет? Ширина у них одинаковая. Да, длина, ширина одинаковая. Высота одинаковая. Он выше. Он выше. 500, а, нет, ниже. Ниже, да. Он ниже. Ниже. Так что мужик тебя не обманул. Ниже 1640. Ты посмотри, он на 10 сантиметров ниже. Ты в него не влезешь. Не 10 сантиметров. Ну, да, понятно, 10. Да. Ниже, да. Он длиннее, но он ниже. А теперь посмотри, виш. Блокнот не закрывай. Просто сейчас сделай назад. И выбери виш. В самом низу она. А вот третий, вот этот первый старый, да, вот этот. Ниже опускай. Вот. И вот еще ниже. Это полный привод идет. Вот здесь. Вот 1.8X. Любой? Да. Вот тут смотри размеры. Ну, смотри. Да, Свишка, тот, с которым мы сидели, он выше. Ну и что? А ты хорошо с Вишем-то смотри. Разница-то? Ну в чем разница? 5 миллиметров? Сереж, но он уже, чем Виш. Где уже? Покажи, где уже. Ширина одинаковая абсолютно. Но он внутри уже. Внутри на 5 сантиметров уже, да. Ты представляешь, он уже внутри. И ниже еще будет. И как ты будешь в нем сидеть? Ниже чего? Виша? Да. Я же тебе показал. Под Виша был потолок вот такой. Будет вот такой. Но все равно до потолка еще будет хрен знает сколько. Мне-то по барабану, я-то маленькая, я в любую машину влезу. А, ты переживаешь обо мне? Я об тебе переживаю. Хорошо, посмотри габариты Ноя. А что ты ешь, ты не блины ешь? Димасик, ты что ешь-то? Ку-ку-ку. Сереж, иди кушай. Димасик? Да. В рот не надо брать. А кидать тоже не надо. Дима, тут не надо, Дима, не надо. Тещины блины. Димины кокотки. На, вертела. Пошли мы. Пошли по-быстрому. Мы сходим, купим ей что-то. Обувь надо. Босиком хоть все отвалилось опять. Ну, покупайте дрянь всякую. Но вот поэтому пойдем в нормальный магазин, нормально купим. Ну, Куся, с бацей.
Да я не умею, пап. Нет, я знаю, что ты не умеешь. Зачем? Просто вот с бацей. Вот что ты, что умеешь? Хотя бы, ну хотя бы плохонько как-нибудь. А где мои очки? Ну с бацей. Нет, давай я приду и с бацей. Нет, давай, я, у меня уже не будет, когда вы придете. Как это? Давай, давай, Куся. Димасик, пусти есть. Маму. Ты должен нас дождаться. Папа, да ну, не хочу я. Да что-нибудь. Просто две секунды что-нибудь с бацей. Дима, пусть, пусть мама что-нибудь это самое сыграет. Давай. Дим. Что я тебе сыграю, не ну, помню. Что ты умеешь там двумя ручками? А зачем тебе-то? Ну вот, это ну, вот для этого, для... А то на камере ни разу не было, что ты играешь. Дима. Ты сама хоть вспомнишь. Дим, давай-ка это самое, пока вот здесь с дедой. Да, в одиночество. А ты по нотам можешь? Да. Сейчас мама сыграет, а потом ты будешь играть. Да хоть что-нибудь сыграй, господи. На память, да. Так я не помню даже на то. Твоя там любимая какая-то была. Не помню я. Давай, 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 давай. Ну, да ноты папа, возьми. Ну, что ты, блин, что пристала, а? Как бабы без задницы тоже. Дима, папа. Дима, ну сейчас. А где мои эти? Я свою гамму не знаю, что ли. Сыграй любую гамму. Да ноты где ее? Где ноты ты? Вот надо правильно пальчиком, пальчиком, как баба тебя учила, пальчиком. Далеко, хотя все равно играет. Динашка, когда педальки-то нажми. Педальки-то нажать надо. Как он их нажмет-то? Ты моя хорошая, ты моя рыбочка. Вот раньше пускали кровь, да? И таким образом включали все удовольствие. Сейчас они так же делают. Нет, сейчас так не делают. Делают? В полевых условиях делают. Нет, ну факт. Она ушла-то куда? Понимаешь, ученая, она ищет твои ноты сраные. Он тебе привязался к банку. Почему они тут-то не лежат? Они тут и лежат, их найти надо. Вот такая стопка. Да. Че ты пристал с этим? Идите, все, хрен с ним. Фортепиано. Придет, найдет и сыграет. А я уже уеду. Я тебе сказала, дождись нас. Ну дождусь и сразу уеду потом. Потому что надо, чтобы ты пока с Димой посмотрел. С Димой смотрю, вот здесь надо смотреть. Там иди, вешай. Где-то нету. Не знаю, куда она делась. Может, отдельно где-то лежит. Ну, началось. То я, блин, прицепилась там к этому телевизору, теперь сейчас она... Сейчас она, найди ее, если нету, в другом месте. Вот она. О, она же ее прошла первый раз. Сейчас мама сыграет. Я им все положила. На место все положили. Успокойся. Не снимай ты пока. Дима, подожди. Дима. Дима, подожди, Дима. Сядь. Послушай, как мама играет. Thank you.
не играешь, Мамасик? Пойдет. Молодец, что ты ставишь. Я не умею, я просто уже разбирала ее. Я даже наизусть.